я думаю, что те, кто не инвалиды, и в добром здравии встают, остальные сидят. Спасибо. Приветствую вас. Садитесь, пожалуйста. Будем продолжать наши занятия. Наш курс построен вполне исторически, в том плане, что сначала мы берем... В прошлый раз мы уже с вами занимались историей по существу философии, да, и разобрали вопрос о философии древнего мира. А сегодня мы пойдем дальше. И сегодня у нас следующая лекция, уже третья, средневековая философия. Средневековая философия. Ну, каковы социокультурные предпосылки возникновения и распространения монотеистических религий? Если для древнего мира, как мы знаем, характерно было многобожие, и, так сказать, это количество богов не мешало развитию философии. Как бы они существовали сами по себе. Одно дело, так сказать, вера, другое дело философия. Философы творили, а, так сказать, люди поклонялись самым разным богам. Вот, и художественное творчество развивалось, описывали мир божеский, мир человеческий, и расцветали науки и искусства. Ну вот, философия эпохи Средневековья имеет такие особые уже черты. Во-первых, философия развивается под законом примата веры над разумом. Вера в общественном сознании взяла верх. Понятно, что это было время, когда создавались крупные феодальные государства, и вера была большим подспорьем для создания этих крупных феодальных государств. Один бог, один царь, и поэтому всякое многобожие уже пресекалось, преследовалось. Ну и, соответственно, если царь один, то он должен господствовать не только над людьми, но и над всякими другими формами мышления других людей. Поэтому вера должна господствовать над философией. То есть вот золотой век философии, когда философия как бы была свободна, он закончился на период Средневековья. Период Средневековья присутствовал и проявлялся примат веры над философией. Какая же форма познания была главенствующей, соответственно, как вы думаете? С другой стороны, можно сказать, что счастливое время наступило для философии, главенствующая форма познания – откровение. Вот придете вы на экзамен мне сдавать, и что-то такое напишите, я спрошу, а откуда вы это взяли? А вы, опираясь на материалы этой лекции, скажете, я вот действую в соответствии с тем, как было в средневековой философии, могу я взять это за некий образец? Вот мне такое пришло откровение. Вчера я вечером занималась, потом плюнула, думаю, ай, приду на экзамен, и вот то, что мне откроется, я напишу. А могу я выступать против откровения? То есть с точки зрения средневековой философии, вы должны сказать, что с точки зрения средневековой философии откровение выше вот этих ваших попыток познания, которые были характерны для периода предыдущего. Ну а по каким текстам надо заниматься, постигать истину? По каким? Ну вот некоторые люди считают, философию изучать. Нет, это надо все оставить по стороне. Есть священные тексты,
И вот по этим священным текстам и надо постигать истину. Вот таково требование этого времени. Философский рационализм, который присутствовал до этого, он теперь отдается на откуп религиозному мистицизму. Вот то, что вот религия утверждает, а религия есть, как нам с вами известно, это что такое? Это фантастическое изображение мира нашего земного, но как мира на небесах. И это мы очень хорошо понимаем, когда вдруг обнаруживаем, что вот все эти небесные создания, они подобны нам. Но религия говорит обратное, что наоборот, мы подобны. А вот те, кто наиболее твердо придерживается веры, те преподобны. Хотя, чем отличается подобное от преподобных? Ну, если вы возьмете геометрию, то два подобных треугольника. Один подобен другому, значит, другой подобен первому. Ну вот. А тут появляются святые преподобные, которые на земле, но подобны тем, которые на небе. И вот когда мы идем в музей художественный и смотрим там на Деву Марию, на Мать Христа, мы видим, что она вот подобна молодой матери с ребенком. Но это можно понимать и наоборот, как и понималось это в то время, что вот, так сказать, земные женщины с ребенком, они преподобны этой матери. Причем с точки зрения геометрии вроде бы так и должно быть. Если одно другому подобно, то обратное тоже верно. Провозглашается принцип единобожия. То есть преследуются все попытки утверждать, что Бог един. Ну вот тот, кто читал Библию последовательно, особенно вот Ветхий Завет, там постоянно Бог, который как бы считается автором, творцом этой Библии, или провозглашается творцом этой Библии, он постоянно говорит: я один, я ваш Бог один. Нет других. Уничтожьте эти все дубравы, идолы, я ваш Бог. Потом он, значит, сообщает имя свое. И потом оказалось, что этого имени два. Да? Один Саваоф, а другой... Что-то... А? Иегова. Два имени. Так как его называть? Ну, как-то это дальше не раскрывается. Но это один Бог все равно. Один. Потом вот обратите внимание на вот этот эпизод с тем, как Адам и Ева попробовали яблочко с дерева познания и подверглись осуждению, потому что вы хотели быть как мы, как боги. Кто, значит, какие мы? Мы, когда единобожие, да? То есть вот это «мы» – это отражение того, что идет еще переход от многобожия к единобожию. И Бог, который вроде бы един, а он как-то еще чувствует себя одним из богов. Ну, а потом уже вот он два имени себе дает, а Бог един. Философские идеалы познания сводятся к чему? Толкованию священных книг. Вот читайте, и вы можете толковать. Вот вы так можете толковать, а вы так можете толковать, а вы можете перетолковать. И соревнуйтесь в том, как толковать священные книги. Потому что это не материя, как, допустим, у Демокрита, там, не атомы, а вот. И даже не идея какая-то единая, как у Платона. А вот есть священные книги, и вот вы, если вы ученый и философ, толкуете, разбирайте, разъясняйте. Ну и раз вы толкуете, разбираете, разъясняете, вы помогаете укреплению, в общем, единой веры, а следовательно, единого государства.
То есть поэтому вот для всего средневекового времени, конечно, характерно такое единство власти и религии, которое вот сейчас проявляется у нас в России, когда мы, значит, общественное развитие пятится назад, тут, значит, появляются такие явления, которые, ну, в общем, не характерны для буржуазного времени. Потому что для буржуазной революции что характерно? Для французской буржуазной революции, как вам известно, значит, отделение школы от церкви, так, дескать, вот есть школа, она дает знания, а кто? А церковь – это церковь, так сказать, кто хочет, тот верует, и никто ему не должен препятствовать. Никакого насилия, вот, ни принуждения к отправлению какой-то религии, ни запрета. И в то же время вот, религия свободна, но она не вмешивается в дела школы, как преподавать. Даже, а сейчас она уже и говорит, как одеваться, и что, и как преподавать. Не знаю, вот, откуда это берется, но вот даже вот в современной школе, вроде без всякой религии, то какая-то странная постановка вопроса. Есть предмет «окружающий мир». А чего, почему мир? А я? Если меня мир окружает, я что, не предмет теперь этого рассмотрение. Только мир окружающий, вот вы вас рассматриваете, меня нет. Или если вы рассматриваете, вы нас рассматриваете, а вас не надо. Почему просто мир-то ведь легче было бы сказать, правда? Мир? Нет, окружающий. Или это страх, что ли, человека перед миром, дескать, он вышел из этого мира, все, я окружен. Это мне напоминает так известный анекдот про то, как пьяный так вот держится за тумбу. Театрально. И так он все идет, идет, идет по кругу. Раз обошел, два. И потом, значит, в ужасе говорит, все, замуровали сволочи. Так сказать, он все кругом стена. Сколько он не проходил. Ну, правда, не очень, так сказать, себя, да это что, что он так ходит по кругу, а не вот так. Вот. Основные этапы развития средневековой философии. Какие? Это патристика и схоластика. Ну, патрия, патристика – это что такое? От слова «отец», да? Патрия умерта, как у кубинцев. Родина или смерть. Патристика. Христос возвестил свое послание, доверившись живому слову. Ну, это вот как мы вам лекции читаем. У меня вот книга есть «Социальная диалектика». Пожалуйста, я могу сказать. Вот читайте мою книгу «Социальная диалектика». Она вывешена на сайте Фонда рабочей академии в разделе «Библиотека». Но вы доверились живому слову. Вернее, университет доверился живому слову. И имея в виду, что вот живое слово для студентов, это, так сказать, вот такое как бы послание от того, кто представляет как бы формально оформленное знание, поскольку мы преподаватели со степенями и званиями, мы как бы не просто вот люди, а вот мы такие как бы в известном мы в смысле обожествленные, дескать, а вот доктор наук, профессор. Хотя с точки зрения знания, вот если вы что-нибудь добыли, а вы не доктор и не профессор, а студентка, чем это хуже, чем то, что сказал доктор, профессор, а он не доказал. С точки зрения науки, вот чистой науки, как науки, скажем, даже философии, поскольку она наука, это имеет значение, какая степень у того человека или какое у него звание, который добыл какую-то истину. Или истину как раз добывали только вот обязательно прочитали, это старое. Вот, например, наука логики Гегеля. Величайшее достижение человеческой мысли, система философии диалектическая, создана была Гегелем, когда он был кем? Профессором Берлинского университета? Нет, он был директором Нюрнбергской гимназии. Ну, сколько у нас директоров школ, гимназий сейчас, сколько угодно. Поэтому это, так сказать, вроде люди, которые, так сказать, ну, не являются формально светилами науки. Ну, вот таким был Гегель, когда написал свою большую логику. Потом он стал профессором, и как всякого профессора, наверное, его слушали, и он записывал там свои какие-то, и записывали его лекции, и он решил подготовить соответствующую работу для вузов, как бы сейчас сказали, которая называется «Малая логика». Если большая логика – это вот три
Это два тома и три книги. Первый том – это «Учение о бытии и учение о сущности», собрание сочинений, которое издано было в 1937-38 годах. А второй том – «Учение о понятии». А если по книгам считать, что «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение о понятии», то вот малая логика, которая привлекает студентов, привлекает людей, которые хотят заниматься, быстро изучить науку логики, она вот такой толщины, маленькая. Столько, сколько одна вот часть вот этого большой науки логики. А чем они отличаются? Они отличаются тем, что в большой логике объяснены переходы от одной категории к другой. Более понятно, более подробно. И поэтому изучать, конечно, диалектику надо по большой логике. А если вам все это дело, сказать, резюмировать и сократить, то изучать трудно. То есть последовательность вы понимаете, а выведение очень сложно. И за этим выведением надо лезть в большую логику. Но можно пойти по этой дороге и дальше. Поскольку Гегель был директор Нюрнбергской гимназии, он считал полезным такую книжечку подготовить иногда для школьников, в которой вы тоже были все категории, вот, которые он берет, все основные. Их же немного категорий. Если вы откроете оглавление книги, там вот и есть все категории, которые рассмотрены. А категории философские – это что? Это понятия какие? Понятий много, а категорий мало. Почему? Потому что это основные узловые понятия. Вот те, которые составляют основу других. Есть поэтому вот такая книжечка Гегеля «Работы разных лет», двухтомничек интересный. Там, вот, например, очень интересные и понятные такие работы, вроде там «Кто мыслит абстрактно?» Вот, говорит, на рынке продавец мыслит абстрактно. Он рассуждает, что вот ваш товар – все это дрянь, а мой товар хороший. Правильно? Вас гнилой, и его никто не должен покупать. Он абстрагируется от вашего товара, потому что он должен продать. И там же есть философская пропедевтика, вот такая тоненькая работка для школьников или гимназистов. Тоже там перечислены все эти категории в том же порядке. Но вы можете, можем и дальше пойти, если у вас, дайте вам любую философскую книгу, вы ее открываете, смотрите содержание и говорите за этим, это, и запомнить надо. Ничего такого страшного-то. Причем у Гегеля запоминать очень легко, у него все троичное. Вот, скажем, учение о бытии, учение о бытии делится на качество, количество, мера. И так, значит, каждый раздел также разделяется на три. Тезис, антитезис, синтезис. Так что никакой такой сложности в запоминании этого нет, если бы у нас цель была запоминание. У нас есть такая цель запоминания? Что зачем идет? Непонятно, вот почему я должен требовать, чтобы вы запомнили. Я должен вам на экзамене проверить вашу память. Но это врачи пускай проверяют. Я-то тут при чем? Ну почему я должен проверять вашу память? Непонятно. Потом у вас задача, вы хотите развить память, но для этого философия, по-моему, не годится, это можно по-другому делать. Есть всякие приемы, это больше задача психологии, да, развивать свою память. А сейчас довольно это смешно, потому что, ну, во-первых, вы можете это все записать в компьютере и раз, и достать флешку, если надо, сейчас он там 32 гигабайта есть, все, что у вас вообще какие-то ни было есть, работы, записи и прочее, все туда записать, так сказать, положить в карман, и вот и вся память. Еще спрашивают, я буду, а я хочу, чтобы вы в голове, вам голова нужна, это голова – это процессор, зачем вы загружаете вот это все, вот, всем? Это вот вы, то, что нужно вам для работы, то вы вспомните, найдете и будете доказывать. Задача там историка. Вот мы же с вами говорили, что даже вот музей – это не хранилище просто. Хранилище – это вроде как склад такой, такой идей. Идеи очень важных, интересных материалов. Но нельзя же память превращать, голову превращать просто в хранилище. Даже обычный музей – это что такое? Такое общественное учреждение, которое,
собирает историко-культурное наследие, то есть надо, еще искать надо, что туда закладывать, а не просто туда закладывать, чтобы попало. Вот я иду по дороге, если что-то отломалось от какой-то машины, вижу, валяется, раз, сразу в голову, раз туда в это хранилище. Так, что ли, музеологи должны собирать все, что попадется? У нас столько мусора везде. И что, весь этот мусор тащить в музей? Не надо. Раз. Второе. Хранить, сохранять его? Зачем мусор сохранять? Вы сохраняете что-то ценное, то есть вы должны уметь отличать ценное от менее ценного или малоценного. Два. В-третьих, изучать, а не просто вы там будете хранить, держать. Закрыли на ключ, еще на замок, потом заварили, и пусть оно будет для следующих поколений. Пусть потом откроют и узнают, что вы собрали. И пропагандировать. Если пропагандировать, значит, надо туда народ впускать, объяснять ему, призывать и так далее. Ну, в этом смысле, конечно, нельзя превращать свою голову просто в склад. А голова должна быть открыта для творчества. Вот. Ну, можно сказать, что Христос сам, как его понимают, понимали средневековые философы, а, соответственно, и деятели духовенства, которые были сращены с этими философами, они, так сказать, как бы признавали, что вот Христос свободно творил, говорил, он никакими книгами не пользовался. Как вот студент такой, никакие книги не пользуется, только что хочешь, спросишь, он все рассуждает, рассказывает и так далее. Он доверился живому слову, а вы вот не доверяете живому слову. Ну, хотя бы моему доверьтесь слову. Тут я потом выступаю как представитель как бы, этого живого слова. А после смерти его слово было записано. Кто записал? Ну, вот тут. Тут, знаешь, вот те, кто записали, те и записали. То есть мы знаем, как они, вот вы знаете, как они называются, почему именно? Ну, это Христос. Ну, а если дальше копнуть, а вот Ветхий Завет, а вот точно не евангелисты. Пророки. Что пророки записывают? А пророки будущее будут или пророки прошлое записывают? Они же записывали, что сказал, что говорил Бог. Записывали, прямо он говорил, они записывали, они записывали. Вот я сейчас проверю, что вы там записали. Я говорил, а вы записывали. И получится, что запись может не соответствовать тому, что я говорил. Допустим, я говорю, а вы говорите, что-то он сказал такое, пишите в это время. Я же не проверяю, что вы пишете. То есть мы понимаем, что запись – это неплохо. Нет ни одной хорошей стенограммы. Вот на всех съездах, конференциях существует такой порядок. Составляется стенограмма. Но тот, кто участвовал в обсуждении, должен потом посмотреть запись стенограммы и ее откорректировать. И только после этого она идет в печать. А если просто стена, ну мало ли что стенографически привиделось-то. А вот тут такая получается ситуация с Богом, что его записывали, но он не проверял. Доверял. А зачем его проверять? Важно ведь не как, что записано, а как это толковать. Правильно? То есть надо записывать в таких общих, достаточно общих словах, чтобы они относились к общим таким случаям, которые можно конкретизировать по-разному, применительно к ситуации. То есть нечто общее есть с философским подходом. Философия изучает же всеобщее. Так и Слово Божие, оно гласит что-то общее, а не очень-то конкретное. Правда? То есть вот такое сращение философии и религии характерно для средних веков. И вот после, как считается, что после смерти Христа его слово было записано. Вот странно, вот бы записали бы раньше и досверились с ним. Нет, дождались смерти, потом стали слово записывать. То есть, как вы уже записывали? Не вот так, как вы сейчас записываете, а вы дождитесь, что я умру, и по памяти попробуйте, говорит, вот 5 или 10 лет назад нам читали лекции, и вот он тогда сказал. Что останется? Я думаю, ну, такое будет хорошее что-то будет, потому что там ясно, что вы должны будете творчески к этому подходить, потому что запомнить, что было сказано там 5 или 10 лет назад, тяжело.
Без записи появились, начиная с середины первого века. Их становилось все больше. Ну и как сами представители религии и церкви, так сказать, считают, что не все заслуживают доверия. Вот одни заслуживают, другие не заслуживают. То есть какой-то пошел отбор. Кто отбирал? Ну, Бог, кто в этом уже не участвовал. Ну, или, можно сказать, участвовал через людей, да? Вот через тех, кто совершал эти записи, и кто этот отбор вел. Но для этого надо, чтобы тот, кто отбирал, какое-то имел влияние, или пост, или формальный, или неформальный. Ну, вот если бы сейчас у нас были средние века, я бы сказал так: я вам послан Богом, чтобы возгласить истину, а вы истину должны записать и ее потом везде вещать. Вот. Ну, сначала вы будете еще вещать на экзамене, а я проверю, истина это или нет. Чтобы вы вместо Слова Божия не понесли что-то от дьявола. А вот подозреваю я, что некоторые понесут. И за это они будут караться. Чем я могу вас карать? Ну, раз и балл снизил. Ну, это не страшно так. Но самая страшная кара – это когда двойку поставишь неудовлетворительно. Это, конечно, да. Ну, как грозит поговорка, Бог не выдаст, свинья не съест. Что не надо запугивать студентов. Они и так, они не запуганные, они жизнерадостные, нечего им бояться. Сдавали до нас, сдавать будут после нас. Приходили разные преподаватели, как-нибудь все образуется. Правильно? С Божьей помощью. Но если не получится что-то, или не то напишите, значит, черт попутал. Вот как все просто объясняется хорошо, действительно, это лучше, чем наука. В науке как-то все сложно, а тут... Вот я раньше бы спросил, чего вы вот опоздали, а вы тебя черт попутал. Все, что, какие вопросы? И кто тогда виноват, вы или черт? Черт виноват же, поэтому у меня к вам лично нет претензий. Наоборот, я сочувствовать вам должен. Вот этим повезло, а вы пришли сюда через тернии, и я теперь буду вам что-то говорить плохое. Да никогда. То есть это вот очень полезно так себя настроить, то есть проникнуть. Вот историки должны как бы погрузиться в эту эпоху, и, ну, хоть на время. Нам никто же не мешает сейчас побывать немножко в этой средневековой атмосфере. Это же хорошо. Вот. Ну вот раз не все источники такие, записи Слова Божия заслужили доверие, значит, задача не столько собрать, сколько отобрать материалы, отделив истинные от фальшивых. Кто будет решать? Ну вот это, понимаете, общественная задача. То есть там какая-то борьба шла между толкователями Слова Божьего. Вот мы если с вами собрались, я говорю, нет, вот мое истинное толкование, ваше не истинное. А вы вот ждете, говорит, я моложе, он умрет, а я потом перетолкую и все. Ну, и борьба такая была. И так вот, так сказать, все это двигалось. Но вообще это было время, когда люди заботились о передаче того, что является ценным следующим поколением, правильно? Поэтому так до нас вот, дошла Библия как очень ценный памятник культуры, в котором много ценных всяких сведений, в том числе и исторических, правильно? Так, в 367 году канон Нового Завета уже сложился. Вот уже канон. То есть, все, до этого мы тут с вами спорили, обсуждали, кто лучше толкует, вот. А потом канон. Раз канон, 367 год, то теперь, вот если вы уже пошли против этого толкования, вы против канона пошли. А раз против канона, это уже как бы вы против Бога пошли. Но если вы пошли против Бога, то вы уже служите кому? Богу или дьяволу? Что делать с вами? Дело средневековое. Можно и сжечь же на костре. И душа ваша может в рай улетит. Потому что вы мученицей будете. Ну и это будет защищено. Так. Но и после 367 года появление так называемых священных текстов не иссякает. Вот и сейчас, например, сколько народу пишет всякие, чего только не пишет, и посылает, и рассылает. Причем в самое разное время. Вот было время,
где-то вот 80-е годы, когда, значит, время, переходный период от капитализма, от социализма или коммунизма к капитализму заканчивался, и были всякие там общественные движения, которые обсуждали дальше, как жить быть. И вот, значит, приходил на собрание движения коммунистической инициативы такой розовенький старичок. И он так всегда жизнерадостно смотрел, во всем участвовал. Однажды ко мне приходит и приносит такой документ. Там написано: гуманистам Ленинградского университета, профессору Попову. Я так сразу напрягся, как-то словом, как-то вот меня вдруг назвал, что гуманистом. И предлагал свое в этом участие с учетом того, что у него хорошие контакты с представителями иных миров и внеземных цивилизаций, этого старичка. Ну, я знаю, как с такими людьми общаться, никогда не отрицайте. Это вы можете не знать, что навлечь на себя. Может, угроза жизни будет. Поэтому я сказал: знаете что, я думаю, что раз вы представитель внеземных цивилизаций и потусторонних миров, вот я вам, раз уж вы ко мне обратились, и, следовательно, я вам авторитет, я вам поручаю проведение этого семинара. Вы их собираете и ведите. И он исчез. Наверное, сейчас ведет где-то семинары эти. Какие люди появляются? Есть такое понятие графоманы, которые пишут, пишут, ничего общего с наукой не имеют, что-то присылают. И вот они не хотят считаться с предшествующей культурой и не понимают, что развитие идет от простого к сложному, и что для того, чтобы выйти на какой-то научный уровень, надо освоить предыдущую науку. Какие формальные требования, канонические, есть для этого во всей нашей практике отбора работ? Ну, пока это идет на уровне дипломов, или теперь это называется выпускные квалификационные работы, поскольку государство не знает, будут дипломы, не будут, может, у нас скоро будет не четырехлетнее, а трехлетнее образование, или потом двухлетнее, или одногодичное, мы не знаем. Поэтому, ну, так выпускные, вот как-то выпустить надо, какую-то работу с вас взять, уже дипломные не называют. У нас, у специалистов, были дипломные работы. У вас? Ну, вы же бакалавры, у вас красиво все называется. Лавры как бы по бокам. Хорошо. Ну, вот что требуется от выпускной коллекционной работы? Что она вот в этой области продемонстрировала вашу квалификацию, знания, что вы знаете, это и все. Но от новизна от вас требуется? Нет. Что, дескать, вы такое сделали и сказали в науке, которую никто еще не сказал? Не требуется. А если у вас кандидатская диссертация, обязательно. Если вот это все он хорошо изучил, поставил проблемы, та-та-та-та-та, и ничего нового не сказал для науки, это не научная работа. А раз она не научная работа, диссертация не может не только быть защищенной, и рассматриваться не может. Ну, еще можно обсуждать, это новое или не новое, если человек написал в автореферате. Но если он даже и писать не может, и даже сформулировать не может, ни в введении к своей работе, ни в автореферате, они почти тождественны. Потому что в автореферате еще есть изложение содержания работы, кроме вот, так сказать, научная новизна, теоретическая ценность, практическая ценность, апробация. Но главное – новизна. Нет новизны – все. Тут, если мы возьмем это время, которое мы рассматриваем, что значит новизна? Уже канон есть, а вы вылезли с каким-то священным писанием новым. А вам кажется оно священным, а вот этот каноническое не кажется вам священным. Ну, тут всякая борьба на этой почве развивалась. Возникла потребность защищаться от нападок противника. Какие противники у христиан? Евреи, язычники, еретики и гностики. Гностики особенно вредные. Кто такие гностики? Они пытаются познавать мир. Зачем его познавать? Есть же уже слово отцов. А это слово отцов – это записанное слово Христа. Вот тут появляется, значит, люди, вот мало того, что их черт попутал, когда они там задержались, они еще хотят вот познавать на самом деле мир. А это уже серьезное нарушение. Правильно? Мы не можем просто так это потерпеть. Это сейчас такие терпеливые, чувствуют, ну, все это там, ну, поставлю я вам 4, а не 5. Ну, боже, вы испугали. Ну и что?
Да это ничего не значит, эти оценки. Я, например, когда в аспирантуру поступал, 4 получил с натяжкой. А первый раз в ВУЗ поступал, 2 получил без натяжки. Ну, все бывает в жизни. Что так это? Ну, это одно получишь, другое получишь. Кого это? А вот красный диплом я получил. Хоть бы кто спросил, у вас какой диплом, красный или синий? Это никого не интересует. Никогда, нигде, ни в одной инстанции никого это не интересовало, какой у меня диплом. Точно так же, как вот у меня серебряная медаль или золотая. Вот у меня вот у жены золотая медаль, а я ее дразню, говорю, вот золотые-то сейчас есть, а серебряных-то теперь нет. У меня уникальная медаль, а у тебя она рядовая, золотая. Все можно по-разному повернуть. Тем более, если мы будем понимать, что слово-то можно словом и так повернуть, и всяк повернуть. Так вот, поэтому отцы церкви, чтобы защититься от этих всех противников, мы решили, что канона мало, надо создать доктрину. Что такое доктрина? Это вот такое слово, которое не подлежит толковому, не подлежит изменениям, правильно? То есть вот смотрите, какая тут ситуация. Тут бедная философия тут притихла. Потому что доктрина есть, а если вы пойдете против доктрины, вы кто? Вы против догматов пошли. А в религии что приветствуется? Догматизм. В науке вообще догматизм как бы не приветствуется, правильно? Ну, то есть я держусь вот этого положения. Хотя у нас вот любят сейчас, вот вы думаете, нет догматизма? Очень даже есть. Очень даже есть. Потому что сейчас любят писать про парадигму. А что такое парадигма? Вот у меня сейчас такая парадигма в философии или парадигма в истории. Вот сейчас такая парадигма. Вы за какую парадигму? А что такое парадигма? Это большая догма, к которой люди прислоняются без доказательств. Ну, если, скажем, у математиков аксиома в начале математики, в самом основании, а дальше все доказывается. То есть аксиомы. То есть без недоказываемых положений, неопределяемые понятия, как точка, плоскость, прямая, и дальше уже все доказывается. А парадигма – это уже прямо к некой теории, но только не в виде той теории, которую можно проверять, доказать. А кто вообще-то не трогайте? Это парадигма. Вы что, против парадигмы пошли? Я поэтому никогда против парадигм не говорю, просто говорю, большая догма, которая прислоняется, никогда их не рассматриваю всерьез. Какая наука, как, если это наука, какие могут быть парадигмы? В науке не может быть парадигма. Есть теория, есть доказанное положение, есть недоказанные положения. А кто-то сформулировал парадигму. Какая самая известная парадигма вот, в позднесоветского времени? Сказать? Концепция развитого социализма. Вы автора даже не найдете. Сейчас разыскивают. Я бы сейчас найти да наказать. Посадить бы под арест и пускай бы сидел до смерти. Ну, потому что вот социализм – это что? Это не развитый, не полный коммунизм, как мы знаем. А что такое развитой социализм? Ну, если буквально понимать тогда, должен быть тогда, если не развитый коммунизм, развить будет просто полный коммунизм, правильно? Нет, а у них он вот и не коммунизм, а вот он развитой социализм, чтобы этот коммунизм вы и забыли. Никакого коммунизма и даже судей, вот это вот развитой социализм. А раз он развитой, то вся теория, которая для социализма, уже не проходит. Поскольку эта парадигма ее все уничтожает. Правильно? Поэтому нету никакой классовой борьбы, нету положения о том, что государство – это орган класса, государство вдруг является общенародным. По поводу чего Энгельс высказывался и говорил, что общенародное государство – это жареный лед. Вы не пробовали жарить лед? Его можно жарить, не добавляя никакого масла. Это вот очень здорово. Это раз, и когда весь его поджаришь, он сначала превратится в воду, а потом весь испарится. И к окончанию этой всей операции у вас будет хорошая, свеженькая сковородочка. А если вы что-нибудь другое будете жарить, и можете спокойно уйти, заняться другим делом, ничего не произойдет нам страшного. А так кто-то сгорит и будет еще и вонять у вас там пахнуть. Так что лед жарить – самое хорошее. Что такое жареный лед? Это такая вот ерунда, потому что пока государство остается, оно, это аппарат классового насилия, а когда оно уже общенародное, тогда оно не государство. Тогда его уже нет. То есть он уже испарился, этот лед. Вот и все.
Поэтому применение слова «государство» и к слову «народ» – это совершенно ненормальность. Либо-либо. Либо народное – тогда не государство. Если государство, то не народное. Нет, народных государств быть не могут. А республики могут называться народными, пожалуйста, на здоровье. Правильно? Это уже другое. Названия какие угодно. Вот, допустим, есть такое имя. У меня знакомый был на Кировском заводе. Велорик Петров. Что такое Велорик? Владимир Ильич Ленин, организатор рабочих и крестьян. Ну, родители имеют право назвать, как хотят. Пока уже сейчас начинают, то сейчас номера уже и мобильные почты какой-нибудь свои уже вместо имени дают детям с какими-то знаками. Поэтому тут надо сейчас как-то... Государство пытается уже вмешаться в эту сферу, чтобы родители сумасшедшие не делали такие вот названия своим детям. Так. Ну вот. Так что вот доктрину христианства. Теперь проблемы-ка все равно у теологии. То есть, а теология – это как бы наука о вере. То есть, наука, вот логос – это знание. Знание уже теперь... Поставлена перед ним задача в средние века изучать что? Веру. Теология. Тео – это, так сказать, вот религия. Вот вы религию изучайте. Вы ученый – изучайте религию. Церковь изучайте. Значит, вот есть проблемы в этом изучении. Это какая? Первая проблема – троичности. Проблема же троих, как это вот Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Ну вот у нас это просто сейчас решается. Вот студентка, она же вот девушка, гражданка и одновременно санкт-петербурженка. Это троичность? Ну дальше можно пойти, правда? Еще можно сказать. Но вот эта троичность прямо вот сразу в глаза бросается. И каждый из вас, можно сказать. Или вы учитесь в Институте истории, а тут же вы в Санкт-Петербургском университете, а живете в Ленинграде. Троичность? Вот как тут здорово. Относитесь к... Так. Вот вторая проблема. Инкарнации. Установление двух начал в одном лице. Вот Иисус, истинный Бог и истинный человек. Это же тоже проблема. Некоторые никак не могут это понять, как может быть истинный Бог и Отец, то есть и человек в одном лице. Ну, мать-то у нее человеческая, как у... Кто такие? Титаны. Вспомните греческую мифологию. Титаны – это кто? Это дети богов и земных матерей. Так что тут ничего такого нового нету. Можно эту проблему решать. Поэтому Христос, он же, как нам рассказывал преподаватель по атеизму, сейчас вам нет ведь у вас преподавания атеизма, а у нас было, когда я учился, что говорит, вот говорят, Иисус. Что говорят кто святой? Мария. Нет, говорит, святой это, говорит, Иосиф, который поверил в эту сказку, что вот от Бога у него ребенок. Вот кто святой. В общем, есть проблема, но обсуждали люди, это же серьезное дело. Обдумывали. Вот соотношение свободы и благодати. Ну вот скажите, вы на стороне свободы или на стороне благодати? Вот она, видишь, она говорит, когда хочу, тогда прихожу. Она на стороне свободы. Ну вот я, поскольку въедливый человек, я вот сейчас вас спрошу, что такое свобода, и боюсь, что вы не ответитесь. Вот скажите, пожалуйста, если вас не затруднит, конечно, как вы понимаете свободу? То есть, если вам никто ничего не указывает, то это свобода. Так? Отсутствие предписания. Предписание, которое я могу устанавливать себе самостоятельно. Вот если предписание. Все-таки с предписаниями вы связываете. Бумажки обязательно должны быть, и там написано, что вам делать, что не делать.
То есть вы такое бюрократическое понимание у вас свободы. А если я вот просто без всяких предписаний, что хочу, то и делаю, это свобода. А вам надо сначала на бумажке. Хочу, пойду в кино, хочу, пойду на лекцию, хочу, не пойду в кино, хочу, не пойду на лекцию. Вам надо все написать. А мне не надо ничего. Хочу, пойду, хочу, не пойду. И писать не буду, потому что не хочу писать. Вот у меня я свободен, если я вот что хочу, то и делаю. Ну, возможно, это тоже своеобразный свободный. Своеобразный такой, свободный человек, да? А если я вас спрошу, а что такое произвол? Вы не ответите? Вы имеете дело с философами, это люди опасные. Вот произвол, что такое? Вот то, что я сказал, это называется вообще-то философия, произвол. Вот что хочу, то и делать буду. Хочу, вот сейчас вот встану и уйду. И что у меня делать? Ничего. Вот какая ответственность у меня, как у профессора, за то, что я сейчас вот открою дверь и пойду. А вот хочу, приду и продолжу лекцию. А может, я пошел жаловаться на вас, директор. Уже дошел до кабинета, говорю, а что я пошел жаловаться? Это студентка, это нормально. Че, зачем жаловаться на студентов? Развернулся и пришел обратно. Что хочу, то и делаю. Как это называется? Что хочу, то и делаю. Называется свобода. Есть еще некоторые товарищи со ссылкой на Энгельса, называют свободу, знаете как? Как Энгельс трактовал. И Гегель так трактовал. Свобода – это осознанная необходимость. Вот вы свободно сюда пришли на лекцию? Потому что вы осознали необходимость. Ну, когда прийти, это уже не столь важно. Важно прийти. Я правильно понял вас? Вот. Пришли. И вот вы пришли, а я буду на вас нападать. Ну, это же странно было бы. Вы могли бы и не прийти. И вот люди говорят, ну, человек опоздал, и на него начинают наваливаться. А наоборот, как ему было трудно, он преодолел препятствия и пришел хвалить надо его. Это им было все равно, вот этим, которые раньше пришли. А вам было не все равно, вам трудно было. И вот вместо того, чтобы принять во внимание эти трудности, я вот нападать буду. Ни за что. Вот поэтому и Гегель, и Энгельс так трактовал. Свобода есть осознанная необходимость. И вот начинаем обдумывать мы этот тезис и обсуждать. Это ну, в духе как средневековой схоластики. Раз есть положение, давайте его со всех сторон покрутим. Со всех сторон разбирать, и что из этого получится. Ну вот обдумываем мы его. И возьмем такой вот пример. Украл я 100 тысяч рублей. Ну, не у вас, у вас все равно нет 100 тысяч. Это надо столько студентов обижать, чтобы собрать 100 тысяч, я не знаю. Это надо подождать, когда 100 студентов получат в каком-то одном месте стипендию, оставить им 48, сколько там, 480, 100 тысяч. Да, 480 рублей им оставить, а 1000, пожалуйста, сдайте мне все. Вот. Тяжело. Украл я 100 тысяч рублей. Это узнали и посадили меня в тюрьму на 7 лет. Ну, тюрьма чем хороша? Чем плохая, я не буду рассказывать, вы сами знаете. А чем хороша? Что там можно подумать? Во-первых, сидишь. Спокойно сидишь и думаешь. Вот я через 2 года понял, что, нехорошо воровать. Раз. Второе, а следовательно, правильно меня посадили. То есть я необходимость осознал. А раз я осознал необходимость, то теперь я сижу свободно. И что же, получается, значит, какой-то я свободен? Даже есть по этому поводу анекдот. Вот двое сидят в тюрьме, один нервный такой, туда-сюда, ходит все время. Знаете, как попал волки, видели, как в зоопарке? Туда-сюда, туда-сюда. Вот он, как волк, бегает, а второй сидит спокойно. Тоже в тюрьме, тоже в камере. Спокойно. И говорит этому первому, который бегает, ну что ты все вот это вот, все ходишь, ходишь, ходишь. Давай я тебе лучше объясню теорию относительности. А тот говорит, это будет долго и непонятно. А тот, который сидит такой спокойный, говорит, нет, я тебе объясню коротко и понятно. Вот смотри, вот ты ходишь, да? А все относительно. На самом деле ты сидишь. И вот этот товарищ, который, значит, осознал, что нехорошо воровать, и что правильно его посадили, он осознал необходимость. Ну, и все-таки это не очень совпадает с нашим пониманием свободы, правильно? Таким стихийным таким пониманием, как бы с откровением не совпадает. С откровением. Откровение у нас не такое, что вот я должен сидеть в тюрьме, если я свободен.
как у вас? Вот вы не представляете себе свободу, как отсидку в тюрьме? Могли бы ведь убить в перестрелке, если вы на стрелке были, правда? А тут вы просто сидите в тюрьме. Некоторые скрываются в тюрьмах, чтобы их не укокошили. На свободу выйдешь, тебя укокошат братки. А тут ты свободен. Вот по-разному все бывает в жизни. И вот поэтому это не проходит. Однажды я принимал именно у историков экзамен по курсу философии истории. И дело было зимой в январе, только не в такой зимой, как у нас, то дождь, то оттепель, то дождь, то оттепель. А была такая зима морозная. И эти наши философы по новой традиции, значит, устроили это себе отпуск перед экзаменами. Что это за отдых такой, когда не знаешь, двойку ты получишь или пятерку? А историки все правильно сделали, как и раньше. Вот сначала мы сдадим, а потом будем отдыхать свободно, спокойно. И вот было самое начало января, мороз. Один товарищ, который у меня сидел на первом ряду, вышел и стал мне рассказывать, что свобода – это осознанная необходимость. Я ему это не рассказывал, он это вычитал сам. Потому что он способный студент и такой вот, который дальше идет, чем то, что на лекциях ему сказали. И тут заходит с мороза девушка такая, высокая, симпатичная и румяная, так с мороза заходит. Вот как вы, примерно, так, позже. Ну, экзамен, никто же не говорит, что нужно прийти, экзамен, дело святое. Вот она еще не разделась, я говорю, а вот раздеваться-то и не надо там было особенно. Знаете, как вот в лектории там зимой было, Так я говорю, а вот что такое свобода? Она так прямо подходит к столу и говорит, свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Это Маркса формулировка, друга Энгельса. Чувствуете? Вот если над вами господствует обстоятельство, вы в тюрьме, вы бы хотели куда, как вы хотели вот определить, куда хочу? Куда вы не хотите, вы спросите у надзирателя, у начальника тюрьмы. А вы и не дойдете до начальника тюрьмы, потому что никто ему вашу просьбу не собирается передавать. Поэтому, если над вами господствует обстоятельство, вы свободны? Нет. А значит, а если определить свободы по-другому, а не как господство над обстоятельствами, это не свобода. Значит, свобода – это господство над обстоятельствами. Но вы можете абсолютно господствовать над обстоятельствами. Вы можете отменить закон тяготения? Нет. Поэтому я вот, у нас сейчас какой-то второй. Ну, страшного не будет, если вы спрыгнете, только ноги переломаете. Но я бы не советовал вот прыгать все равно. У нас запрета нет в законодательстве, что вот запрещено, там, если прыгнешь со второго этажа, значит, один год тюрьмы, с третьего, два года тюрьмы. А там где-то с 11 начинается освобождение от ответственности. Но есть такие артисты, которые все равно прыгают. Причем мне один таксист рассказал, что говорит, нет, я не жал, но говорит, в больнице лежал. Один там постоянный выпивоха, уже пятый раз находится в больнице, потому что он каждый раз прыгает с пятого этажа. Причем последний раз было так. Он впрыгнул, ну там, правда, у него не асфальт, а земля с пятого этажа. Ну и жена уже, которая надоела и мучается с этим алкоголиком, она говорит, ну слава богу. Проходит полчаса, скребется там кто-то, опять дверь. Пришлось опять вызывать скорую и отправлять в больницу. Он там подлечивался после прыжка. Так что, ну, видимо, Бог бережет его, потому что, вот, да, вот допустим, вы прыгнете, вас ведь Бог не будет беречь, меня не будет беречь, потому что веры нет, наверное, той сильной. А тут, может, он хоть алкоголик, он может там как-то слово-то святых отцов чтит, и, наверное, его хранят. Высшие силы. Ну вот, хранят и хранят. Ничего с ними не делается. Вон сколько людей мучается, что у них там и то, и все в кровеносной системе. А у алкоголиков все чистое. Там все проспиртовано. И все. Кровеносная система замечательная работа. Единственное, что вот есть какие-то злодеи, злыдни, которые придумывают вместо водки боярышники, как в Иркутске. Вот этих надо наказывать. Вот это замечательное определение свободы можете записать. Свобода есть господство над обстоятельствами, сознанием дела. Если сознанием дела, то вы знаете, что есть законы природы и общества, и что вы эти законы отменить не можете. Поэтому они вот в этом смысле делают ваше господство не абсолютным. Правильно? Но это все-таки вы господство над обстоятельствами. Правильно? Вот это важно.
Так, ну вот, а благодать? Все выше, свобода или благодать? Вот ты хотел быть свободной или достигнуть высшего развития? Вот подумайте. Свобода и благодать. Думаете, вот вы, если свободны, то вы... Вот, например, сейчас бомжи, они же совершенно свободны. Жилья нету, обязанностей нету, работы нету. Полностью свободны. Вот в вашем первоначальном, изначальном смысле, который вы начали развивать. Я имею в виду, что свободу я могу формировать сама, благодаря... Вот он тоже. Вот он и может сформировать. Вот сидите, он сидит на помойке. Летом особенно, вот, когда видишь их вот на помойке, сейчас, конечно, не очень здорово. Сейчас им надо искать... где-то или теплосеть, или как-то пробраться в дом, подождать, когда заходит, и там где-нибудь около батареи. А так вот, благодать, он сидит, книжки выносит, еду несут на помойку, никто не собирает пищевые отходы, поэтому в чем проблема? И выпивка есть, допивать только надо. Алло. О, я вас поздравляю. Это здорово. Все, спасибо. Спасибо, порадовали. Молодцы. Но вы все равно нашли. Ну ладно. Хорошо, Иван Хасан. А, понятно. Ну у меня, Иван Михайлович, у меня тут у меня лекция у историков, уже не могу говорить. Ага. Ну, спасибо, поздравляю. Ага, успехов, пока. Ну, товарищ нашел свой телефон. Мой товарищ, коллега. Это радость всякая. Он решил поделиться, несмотря на лекцию. Свободный. А я тут ограничил это обстоятельствами. Все-таки лекция – это не повод для разговоров по телефону. Так что я прошу прощения. А вот еще, да, ну вот благодать. Вот там хорошо было сформулировано, а как потом вот у большевиков как благодать была сформулирована? Никто не знает в программе Российской социал-демократической рабочей партии. Не? Значит, сначала Плеханов там формулировал цель производства. В первом варианте программы партии было записано, что цель производства при социализме – удовлетворение нужд общества. Ну, поскольку вы историки, и даже круче, так сказать, люди, которые хранят всякое наследие, вот вы можете обратиться к уже сохраненному наследию. В шестом томе собрания сочинений Ленина есть эта переписка между Лениным и Плехановым, потому что Плеханов подготовил, отец русского марксизма, программу партии, а в комиссии было три человека, будущий меньшевик Мартов, будущий отец большевизма Ленин, и Плеханов, который, так сказать, несмотря на то, что он отец русского марксизма, под конец жизни все-таки больше примкнул к меньшевикам. А меньшевики пропали, потому что у них сама эта меньшевистская позиция состояла в том, что членом партии должен быть не тот, кто в организации, в одной из организаций партии, а просто изредка помогает. Вот вы, если мне изредка помогаете, вы как бы член нашей партии. А вот потом вы передумали и не помогаете. И никакой ни дисциплины, ни порядка, и все, оно, это вот вся эта большая меньшевистская часть партии пропала. И некоторые отдельные меньшевики участвовали в борьбе против советской власти, в гражданскую войну. А некоторые меньшевики пошли, например, Струмилин был меньшевиком, а потом вот был видным экономистом советским. Ну, если так сказать, ну, во всяком случае, они растворились. И вот по этому поводу Ленин пишет, что такую-то организацию еще и тресты могут дать. Ну, что тут такого социалистического? Что там, нужды общества удовлетворяются при капитализме? Скажите, пожалуйста, вот сейчас удовлетворяются нужды общества? Ну, дают же вам стипендию. Могли бы не давать, но дают же еще. 1480 рублей. Здорово это. Кто-то думал, это кто-то, наверное, с отцами церкви, что ли, так сказать, наверное, чтобы вы свою плоть не разбаловали как-то, так, наверное, старались сделать. В общем, это так просто не объяснишь без религии. Правда? Чем можно объяснить это? Потому что если вот так рационально считать, ну, надо посчитать, сколько человек должен съесть хотя бы, чтобы не умереть. Не знаю, как студенты. Студенты у нас, наверное, святые, потому что если я буду на 1480 рублей получать в месяц, я точно, следующей лекции уже не будет, товарищи. Можете не приходить. Приходите ко мне на похороны.
А тут, знаешь, они, смотрите, все время у вас инкарнация. Им все платят 1000, они все ходят и ходят на лекции. Я поражен. То есть люди, которые там в лице министерства и правительства так организовали дело, меня восхищают просто в этом плане. Не могу же я критиковать, правда? То восхищаться только этому могу. Как здорово. Так вот, Ленин предложил другую формулировку. Цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Ну, это же благодать, как вы считаете? Чем не благодать? Полное благосостояние и свободное всестороннее развитие. Не некоторые членов общества, некоторые и сейчас есть. Вот Абрамович, он уже, можно сказать, при коммунизме живет, правда? Даже больше. При коммунизме не будет у каждого подводная лодка, яхта. А он... Так что, а тут в курсивом еще у Ленина написано «всех членов общества». Плеханов подумал, подумал и согласился. Ее приняли. Когда вторую программу делали, уже программу РКПБ, ее Ленин готовил. В 19-м году на 8-м съезде ее принимали. Можно ее посмотреть в 38-м томе собрания сочинений Ленина. Но не как текст Ленина, а в приложении. Поскольку это текст Ленина, который принят как программа, и автором считается РКПБ. А не Ленин. А Ленин, как бы, вот он в составе РКПБ это вот продвигал на свете и продвинул. В отличие от ученых, задача политика – свою идею выдать за идею всеобщую. Вот если я ученый, то я думаю, это не вы открыли, это не вы открыли, не вы, а я. И доказываю это дело на защите. Я первый. Поэтому ожидать скромности потом от тех, кто защищал кандидатскую или докторскую, очень тяжело, потому что они их просто обязывают и заставляют доказывать, что именно я творец, не вы творец, и да я первый. А вы кто такой? А я вот. И так далее. Поэтому очень часто сами защитившиеся верят, что они такие великие. Они так долго доказывали, что они вот лучше всех и больше всех, что потом уже не разубедить. Уже поздно. Они уже забрались на этот Олимп. И, хотя настоящие ученые всегда скромные очень люди. Настоящие ученые. А вот те, которые думают, что они большие ученые, они очень важные такие. Вы кто такой? Я профессор, а вы кто такой? Вы никто. Хотя среди дураков, среди профессоров, как вы понимаете, процент такой же, как среди непрофессоров. Если не освобождает от некоторых крестьян. Так, и вот это во втором. А дальше история такова, что когда пришел Никита Сергеевич Хрущев и стал первым секретарем, и подготовлена была новая программа, которая принималась в 1961 году, состоялся возврат формулировки Плехановской. Выкинули это, вот эту благодать, которую, вот, наверное, бы от Сысерка и понравилась бы формулировка Ленина. Обеспечение полного благосостояния и свободного, свободный вам все нравится, всестороннего, не только, не просто свободный от развития, а свободное еще и развитие вам дают, чтобы вы еще развивались, а не просто куда хотели, туда пошли. И важно, чтобы вы пошли туда, где вы разовьетесь. И не только я там разовьюсь, но и вы разовьетесь, и вы, то есть всех членов общества. Если кто-то нас не развит, это не благодать, правильно? Благодать – это когда все развиты. Это же хорошо. То есть прекрасная формулировка, она выдержала испытание временем, ну, колоссальное. Считайте, с 1903 до 1961 года, сколько прошло? 58 лет. И вот вдруг с легкой руки, как раньше говорили, верного ленинца Никита Сергеевича Хрущева, раз, так сказать, из программы не только главное в марксизме выкинули диктатуру пролетариата, но и цель производства. И что написали? Все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. И это уже не благодать. Вот мне хочется есть, значит, надо меня накормить. А я второй обед хочу съесть, и второй съедай. Третий, пожалуйста, съедай. Все более полное удовлетворение потребностей. Так, а у меня есть потребность водку пить. Таких много ведь людей? Их, наверное, большинство, а не меньшинство. Пусть пьют.
Все более полное удовлетворение. Они же растут. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Сначала выпил, думаю, выпью только рюмочку, потом две, потом стакан. А что такое стакан? Вот как говорят, когда ведро человеку дают, он говорит, сколько вам налить? Так ты еще краев не видишь. Все тогда пошло. И пока человек-то не упадет. Все более полное удовлетворение растущих. А сейчас наркоманы есть. У вас есть потребность курить? Нету, слава Богу. А если была бы, то это формулировка хрущевская. Все более полное удовлетворение растущих. А у нас с вами вот есть потребность в театр ходить. И с вами на балет пойдем. Да? А у тех нету. Ну и черт с ними. У нас же есть потребность? Хорошо. Эти пиво пусть пьют, а мы пойдем в концертный зал, в филармонию. Ну как не развитие человека, а если вы развиты, им развивайтесь дальше. Если вы не развиты, черт с вами. И вот это вот пришла форма. Через 58 лет пришли неразвитые люди и дали реакционную формулировку, которая противоречит вот канонам, вот этим философским или философско-теологическим, которые были вот в этот период. Благодать. Это разве это благодать, когда каждый, кто хочет, пьет, кто не хочет, не пьет? Что тут такого? Какая это благодать? Благодать надо еще изучать, что такое благодать, правильно? Дать благо. А благо не все считается благом. Не все, что я хочу взять, есть благо. Правильно? Благодать. Вот. То есть вот мы вроде как историей философии занимаемся, вроде люди там темные были давно, но они не такие глупые были, уже думали о благодати. Ну вот соотношение свободы и благодати. Надо, чтобы эта ваша свобода к благодати вела. Вы же не против этого? Вот. Видите, как мы вот уже выработали такую позицию. Отношение веры и разума. Ну какое отношение веры и разума может быть в пору теологическую, вот, средневековую. Кто главней? Вера, конечно. Вот если вы в разум не верите, какой может быть разум? Если вы не верите даже в разум. Ну все, вера главнее, важнее. Вот предшественник отцов церкви Филон Александрийский. Его надо отметить. Вот. Который оперирует понятиями неведомой греческой мысли. Вот он писал, например, творение, по поводу творения. Бог создал материю из ничего. Из ничего. А лишь потом придал ей форму. Ну, во всяком случае, это соответствует тому движению, которое имеется в диалектике Гегеля, и в марксизм это перешло. В становление движения от ничто к бытию. Как называется? Сказать? Возникновение. Это вот то, что было вот как некое откровение, а теперь оно там является частью элементов диалектики в самом начале учения о бытии возникновения. Блистательными представителями патристики были Климент, Ориген, Иоанн Дамаскин, Тертуллиан, который высказал знаменитое «Верую, потому что абсурдно». О! Вам абсурдно это кажется? А вы поверьте. Верую, потому что абсурдно. А вы там начинаете объяснять, это не совпадает с наукой. Все. Забудьте свою науку. Веровать надо. И не просто верить, потому что вы верите, а потом начнете сомневаться. Вот верую, это значит, даже и сомневаться не надо. Правда? Это глубже и шире. Верую, а не просто верю. Чтобы прийти к Богу, достаточно быть простодушным, потому что философская культура не помогает, а мешает. Не слушайте вы эти лекции, которые мы вам читаем. Не надо их слушать. Это только помеха вашей благодати. Зачем вы сюда пришли? Вот правильно у вас был ход не приходить, а вы все равно пришли. Это мешает же благодати. Сидели вы сейчас и так кофейку бы взяли. Сколько там вы кофейку можете напиться с этих 1480? И сидели бы там внизу. А чего вы сейчас вот пришли сюда? То есть это очень все это мудро. В этом смысле, может, вы просто хотели какая-то мудрость есть, все-таки тоже тут, может быть, это тоже благодати как-то будет содействовать.
мешает, в общем, философская культура явно. Мешает. Если я вам буду там что-нибудь на экзамене говорить, что вот, о, не так, не так, а вы должны сказать, а вот средневековые философы, теологи говорили, что философская культура только мешает, и вы своим экзаменом мешаете мне. Ставьте хорошее, я же не требую пятерку, четверку поставьте и отстаньте. Не надо мучить студентов. Потому что студенты, ну, благодать должна быть у них, а вы сейчас и настроение испортится, придет домой, спросит, как вы сдали. Зачем это все, когда вот так хорошо? Вот такой был Август Аврелий, 354-430 годы, после уже новой эры. Бог – это нематериальный всемогущий абсолют, выше которого нет ничего и никого. Понятно вам? Нематериальный всемогущий абсолют. Вы будете доказывать, что его нет. Кто вы такие? Он абсолют всемогущий, а вы? Вы же не всемогущий. Чего вы можете тут доказать? Выступает против. Выше которого нет ничего и никого. А вы кто такой? Вы ниже. Как вы можете доказать что-то про то, что выше вас? Согласитесь, что это бесполезно доказывать. Вот оно. Сила. Если со мной не согласны кто-нибудь, я всегда говорю, меня Бог послал вам вас просвещать. И тогда это вот уже по-другому смотрится. Вас послал, особенно люди религиозные, что я вам послан, чтобы вас наставлять. Так вы же говорите, что все. Да это не важно, что я. Вот мы, суть-то дело в том, что я послан, чтобы вас наставлять на истинный путь. И вас, и вас, и вас. Вот так можно трактовать этих самых преподавателей. Можно трактовать, что они науку какую-то преподают. А можно трактовать в таком теологическом смысле. Что значит наставник, говорят, наставник? Он наставляет, идите туда, а туда не идите. Или уж наставил вас, а дальше сам идите. Что вы думаете, я так и буду вас за руку вести? Я вас наставил, как бы на рельсах паровоз поставил, и вы там теперь давайте сами уголь добывайте, или идите рубите деревья и поедете на дереве. Ничего страшного, паровозы могут ходить не только на угле, и на дровах. И давайте идите вперед. Смотрели? Фильм был такой, коммунист Кабрилович. Как-то паровоз остановился, и все ждут, что будет. А один вышел, коммунист, и стал рубить дрова. И один долго он рубил, пока не начали выходить другие, тоже стали рубить. Потом загрузили этот самый тендер, и потом поехал состав. А так бы и не поехали, и замерзли бы все, и пропали бы. А кто выручил? Ну вот, на нашем этапе Бог наставил этого коммуниста, чтобы он пошел и стал рубить дрова. Неспроста это. Не важно, кто он такой. Важно, что он сделал богоугодное дело. Вот как вы с этим будете спорить? Невозможно оспорить. Все такое, все красивое, все такое. Что-то такое вот. Уже у нас не лекция, а что-то святое такое. Это таинство. А почему таинство? Потому что нет подслушивающих сейчас аппаратов. Или считается, что нет. Потому что сейчас вот не может быть такого, чтобы что-то было вообще абсолютно секретным. Это же не проблема. Так, ну вот. Природа и человек полностью зависят от Бога. Так вот Августин Аврелий говорил. Бог – это личность, которая создает мир лишь по собственной воле. А ваша воля по сравнению с Божьей? Ну что вы, ну вы же понимаете. Бог и вы. Вот. А все остальные – рабы Божьи. Вот вы хотите быть Божьим, рабом Божьим? Не хотите. А как же так вот? Если как же так вот? В учении как? Есть Бог и паства. То есть кто такая паства? Это те, кого пасут. То есть как бы овцы. Овцой хотите быть, нет? У меня была девушка с третьего курса, говорит, я хочу. Я-то и так, и всяко. Она говорит, вот она, пока семинар не закончился, так на этом твердо стояла. Да, я вот буду отцой Бога. И все. А вы сразу отказались. Ну и отказались, отказались. Вы же человек свободный. Но, скажем, эти отцы религиозные скажут, ну хоть вы и отказались, а все равно вы овцы Божьи. Никуда вы не денетесь. Все равно там все предуказано, ваша жизнь. И то, что вы закончите с отличием, тоже предуказано. И не думайте, что это ваша
Это вас Бог наставил на то, чтобы вы получили отличную оценку. Да хоть и я буду ставить, это не я ставлю. Это Бог мне поручил. Я как бы доверенное лицо Бога здесь на земле. Причем он мне поручил только вот для одних целей – ставить оценки. Остальное в отношении вашей жизни не касаться. Никаких там личных моментов, ничего. Только вот одно. Вот придете и оценку по философии поставьте, и все. Больше от вас ничего не требуется. Потому что я тогда тоже же раб Божий, как мне сказал Бог, так и есть. А сейчас, говорит, государственный университет. А надо, можно сказать, божественный университет. Потому что государство тоже же от Бога. Правильно? Вот. Воля, присущая Богу, и предваряет всякое творение. Вот вы сейчас пишете. Это не вы пишете, а воля предваряет всякое творение от Бога. Она, раз вы творите, вот она сейчас все это притворяется. Бог настолько всемогущ, что ни на один миг не оставляет своего попечения над миром и осуществляет непрерывное творение. То есть он вас не отпускает ни на минуту. Не то, что вы, это не то, что как обычные пастухи. Они выпустят овец, а сами там читают газеты или спят. Овчарку тут таскал, а сам это не. Нет, Бог непрерывно он наблюдает. И за всеми вот это тяжелое. Вот не хотя, вы ни за что бы не согласились быть Богом. Это надо представить, сколько народу, и сколько они все каждое разное делают, и надо за всем наблюдать. Это ужас. Кошмар. Вот это самая тяжелая жизнь, конечно. Это у вас благодать, а у Бога одна работа. Причем круглосуточная, без отдыха, без сна. Тяжело ему. Бог – это причина познания. Вы же не сами додумались, что надо познавать. Это вас Бог наставил. Ибо все знание дается божественным откровением. Это вот вы думаете, думаете, как решить задачу. Вдруг раз она решилась. Чем вы объясните? А вот не решалась, не решалась. Но чтобы откровение было, надо много трудиться душой. Душой надо трудиться, надо решать, решать. Вот все математики знают, что только откровение приходит тогда, когда вы часа три или четыре решаете задачу, и никак она не решает. Вдруг раз и решилась, и не объяснишь как. А почему? А потому что божественное откровение. То есть как бы это вот понимание такого мира очень естественное, правда? Согласитесь. Понятное. Это сейчас стало непонятно, эта наука. А вот было как-то все это. Для благодати это как хорошо. Все объяснили, благодать. Так. Бог не только причина, но и главный, основной, единственный предмет познания. Да бросьте вы эту свою музеологию. Бога надо изучать, Бога. Ну или через музеологию Бога изучать. Просто нужно понимать, что бы вы ни изучали, вы изучаете Бога. Правильно? Вот вы, вот я уже вижу у вас в глазах уже что-то такое появилось. Искра Божья. Не даже говорят, искра Божья. Если нет у вас искры Божьей, ничего из вас не выйдет. А если есть искра Божья, вы будете потом пророком, возможно. Или прокурором. Это разные понятия. Так. Мудрость есть у Бога. Мудрость. А любомудрие, если вы пришли философию изучать, ну так мудрость у Бога, так надо к Богу идти. Что сюда пришли? Идите в церковь. Наверное, другие, кто не пришли на лекцию, они в церкви. И это правильный путь. Что я должен сказать с позиции, на которых мы находимся сейчас? Что правильно люди делают? Ну, есть вот заблудшие овцы, и здесь они тут уже это, от помощника пастуха того. Здесь вот находится под надзором. Бог – это наивысшее благо и любовь. Ну, понятно, что жену можно любить, или жена может мужа любить, но наивысшее благо и любовь – это Бог. Бог – причина всякого блага и всякой любви. Бог и цель этой любви. Бог одарил человека душой. У вас есть душа? А спасибо Богу сказали за подарок? Нет? Да все народ неблагодарный. О. Спаси Бог, да, прости Бог, спаси Бог. Каждая человеческая душа творится Богом индивидуально. Вашу душу не по типу какой-нибудь там по мерке такой для всех, ширпотреб. Нет, ваша душа индивидуально создана. Специально Бог над вами работал, чтобы вашу душу создать. Ни с кем не совпадающую душу, никак она. Нет двух человек, у которых была бы одинаковая душа.
Это какая трудная задача. И вот столько народу, и над каждым надо вот так работать. Вот Богу тяжело, конечно. Президентом по сравнению с этим, тьфу, по сравнению с тем, что нужно Богу. Бог должен не просто одна сторона, но вся же Пасха на всех людей распространяется во всем мире. Да. Душа неповторима. Человеческая душа имеет начало, но не имеет конца, ибо бессмертна. Вот вам для благодати ведь приятно считать, что ваша душа бессмертна. Ну, если тело и бренно, в конце концов, да черт с ним, с этим телом. Важно, что душа-то, она бессмертна будет. И вознесется она на небо. И будет она метаться там между райских яблочек. Только этих яблочки хорошие висят, но у вас ни рта, ни зубов нету, потому что душа-то у нее... У души есть зубы? Нету. Так что вы там насчет яблочек не надейтесь. Вот сейчас наедайтесь яблочек, потому что там только смотреть можно будет. Это как вы в кино пришли туда, когда на небо. Ну, я так понимаю. Может, это не совсем с догматами церкви совпадает. Ну, я еще... Церковь же не освобождает от разума, правда? Просто разум нужен в вере служить. Вот он, я согласен, да, полетим на небо, но там на небе-то что будет? Вот я не понимаю, как жарить будут грешников, если это души грешные. Видимо, этим грешникам оставляют и то место, на котором сидеть они будут, на сковороде. Потому что если не оставить... То есть вот нам с вами, поскольку мы пойдем в рай, мы будем так летать мимо всяких кущ райских, а эти им оставить тело, и пусть они там их поджаривают, без, причем ничего не наливая никого, ни масла, так прямо будет жарить на огне, на костре. Душа нематериальна, к ней не приложимы никакие пространственные и количественные характеристики. Если вы будете доказывать, что нет души, никогда не докажете. Почему? А потому что никакие, это вот все, что вы будете там рассуждать со своей наукой там. Ни физика, ни химия сюда не подойдут. Никакие ваши открытия. И Менделеев ничто по сравнению с этим Богом. Подумаешь, там таблицу элементов построил. Нет, эта таблица, она... Из этой таблицы, в этой таблице нет элементов, из которых построена ваша душа. Потому что она выше всех этих элементов, правильно? И выше Менделеева, и Ломоносова выше. Ну, они там изучали такую вот бренную плоть. А надо изучать души. Основные характеристики души, заложенные Богом, это разум, память и воля. Как вам нравится это высказывание? Разум, память и воля. Ну, про память я скептически говорил, сейчас у нас флешки есть. Ну, память и воля, да, разум и воля, это же хорошо? Для благодати. Разум, память и воля. Создавая душу, Бог изначально закладывает в нее стремление к счастью. Вот вы почему о благодати? Вот вы свобода, свобода. Вот стремление к счастью, вот о чем надо думать. Вы что, не хотите быть счастливой или просто свободной хотите быть? Хочу, говорю, буду счастливой, хочу, не буду счастливой. А счастливой же хорошо. А Бог закладывал у вас изначально стремление к счастью и к благодати. А счастье в чем? Ну, кто догадается? А счастье – это максимальное познание Бога. Не надо с этим счастьем куда-то вы уже куда-то пошли, не туда. Бога познавайте, и будете счастливы. И в этом случае разум становится главной опорой для веры. То есть вера не может без опор, без костылей. Она должна хоть на какой-то разум-то опираться. Я вот вам с точки зрения разума могу сказать, что такое счастье, потому что думаю, что вы сейчас не сформулируете, что такое счастье. Кто-нибудь может сказать, что такое счастье? Нет? А что, вы не хотите знать, что такое счастье? Не знаете, что такое счастье? Вот до чего ведь довели студентов, не знают, что такое счастье. Но для этого есть вот философия, она круче, чем эта вера. Вот мы еще не добрались на настоящей философии, но вот Гегель в «Науке и логике», он уже сказал, что такое счастье – это счастлив человек тогда, когда он отвечает своему предназначению. Вот если вы выбрали себе это, музеологов, и получите такую работу, которая по душе – вот это счастье. И не просто получите, а вам удастся себя реализовать вот в этом деле, и вы будете в соответствии со своим предназначением жить,
Или, скажем, вот счастье материнства, вот женщины, они, для них вот это вот, это родить ребенка – это счастье, потому что если не родить, оно не счастье. А в чем счастье? А мучаются-то как с этим? И внуков рожают, и потом эти дети орут, и не спать не дают. Это ужас вообще, тут какое-то одно несчастье. А получается, счастье соответствует своему предназначению. А вот когда человек выбирает себе работу по душе, да, он ищет именно свое, соответствие со своим предназначением. Вот вы как себя представляете, я вот предназначен к музеологии. А вот вас куда-нибудь в ботанику засади, и умрете с тоски. А другие, вот они там цветочки смотрят, а они счастливы, все. А третий же тараканов разглядывает и прочих там биологи. И каких-то червяков, и микробов, и тоже счастливы. Ну вот. Значит, разум становится главной опорой для веры, для того времени. Разумей, чтобы верить. Верь, чтобы разуметь. Поспорьте с этим. Вера – основной и исходный пункт всякого познания. Познание без веры – греховно. Вот кто не верит, что он познает философию, тот грешник, запомните. Еще и никаких оценок не поставил, но кто не верит, что он познает философию, тот грешник. И если он так и останется с этим, будет гореть в гиене огненной. По сравнению с экзаменом там не сданным, это вообще мелочь. Правда, это экзамен? А вот в гиенне огненной будете гореть. Ну, а те, кто вы в рай, те, они гореть уже и не могут. Там нечему гореть. Понятно. Душа. Так, вот. Схоластика началась. На почве вот таких вот рассуждений и такой... такого понимания соотношения веры и разума. Здесь схоластика подразумевает не столько философскую доктрину, сколько философию и теологию, преподаваемую в средневековой школе. Схола. Схоластика. Вот вы должны заучить то, что написано в Писании, и не надо мудрствовать лукаво. Что на меня смотрите? Вот, запомните. Это и все. Вот схоластик. Схоластическое, значит, вы ничем это не измените, так-то и изучает, потому что вот заучивает, задалбливает, запоминает. Фома Аквинский говорил, что разум и философия – суть преамбула веры. Вот. Разум и философия – это преамбула веры. Это вы можете для начала философию. Когда сдадите философию, вот тогда истинная ваша вера будет, запомните, пока пятерку не получите, и всерьез о вере нечего и думать. Разница между философией и теологией не в том, что одна занята одним, а другая другим. Обе говорят о Боге, человеке и мире, но первое дает знание несовершенное, то есть разум. Теология же в состоянии дать ответы на все вопросы и ведет к вечному спасению. Вы временно хотите спастись или навечно? Если навечно, вот надо теологией заниматься. В сумме против язычников Фома Аквинский пишет, есть истины, который превосходит сколь угодно мощный разум. Например, Бог един, но в трех лицах. Вот так. Другие истины вполне доступны разуму. Например, что Бог существует, что Бог един и подобные этому. В полном соответствии с Аристотелем Фома Аквинский признавал, что вещи представляют собой единство формы и материи. При этом каждая вещь обладает некой сущностью. Вот уже пошло движение вперед. Сущность каждой вещи проявляется благодаря тому, что есть некая сущность всех сущностей, форма всех форм. Аристотель называл эту высшую сущность умом, а в христианстве это Бог. Фома Аквинский использовал аристотелеву логику в разработке доказательств бытия Бога. Так в сумме теологии он приводит доказательства существования Бога от движения, от производящей причины, от категории необходимости и случайности, от степеней совершенства, от целесообразности и так далее. И вот проблема, которая рассматривалась уже в античной философии, о соотношении единичного и общества обретает новое звучание – спор о природе универсалей. То есть тут вдруг через эту веру начинает опять проклевываться
через всю эту схоластику, через догматику начинает пробиваться философия. Сложились две позиции – реализм и номинализм. Первые считали, что подлинной реальности обладает общее, другие – что единичное. Но поскольку я уже наступаю на вашу свободу и на благодать, уже в отпуск, на этом я кончаю отдых. Перерыв на 10 минут. Вроде как и лекцию слушать благодать, а если на перерыв, так это еще и круче благодать. Красота.